ты еще не подписался на телеграм-канал, тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению Star Stable Online. Вспомним, что добавили на прошлой неделе, каких лошадок завезли на обновление этой недели, какой же теперь ждет нас новый чемпионский рейтинг, ну и поговорим, конечно же, о том, что ждет нас на грядущей следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Чемпионский рейтинг и самые ковбойские масти. Вот заголовок этого обновления, и начнем мы с чемпионатов. Если раньше, вы помните, ежедневно было несколько чемпионатов, потом они развивались, добавлялись расписания, чемпионатов становилось все больше и больше, так теперь еще и появился чемпионский рейтинг, который вы можете посмотреть пока что, насколько я поняла, только у менеджера чемпионата. Подходите на любой чемпионат, нажимаете на менеджера, точнее на дощечку за менеджером, и у вас открывается расписание, когда данный чемпионат активен по дням недели и также времени. Вы просто посмотрите, какое сейчас большое расписание. А ведь несколько лет назад в день было буквально всего лишь 7 чемпионатов. И текущее время теперь уже у нас показывает. И тут кнопочка «Чемпионский рейтинг», который очень сильно по дизайну отличается от остальной чемпионской оболочки. До окончания 31 день. Каждый сезон будет идти в течение месяца. Победные очки мы можем зарабатывать, и за каждую победу, за каждый рубеж нам будут давать определенную ленту. Пока что непонятно, то ли каждый сезон будут одинаковые ленты, или они будут отличаться, непонятно. Но лент очень много, всего 7 рубежей, значит у нас даже сколько? Нет, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 лент и 7 рубежей. Это очень-очень много. Так что теперь, ребят, кто жаловался, что ЛССО нечем заняться, если вы хотите показать всем свои рейтинги, мало ли где-то в своих группах, в своих влогах, телеграм-каналах, ваши достижения, то вот, пожалуйста, не только ленточка, но и скриншоты покажут, какой же вы на самом деле заядлый бегун по чемпионатикам. Какие же здесь награды? Просто разные ленточки разных цветов. Я не уверена, что они будут отличаться по дизайну. По-моему, только самые последние и чемпионская лента будут отличаться сильнее всего. Чтобы ее получить, нужно заработать 250 победных очков за один чемпионат. Сколько мы заработаем? Ага, у нас есть обучение, это очень хорошо. Представляем чемпионский рейтинг. За участие в чемпионатах ты будешь получать победные очки. Набирай очки и стремись к вершине, и ты получишь чемпионский титул, а также целую коллекцию лент. Время действия чемпионского рейтинга ограничено. Когда оно подойдет к концу, комитет рейтинга начнет подготовку к новому сезону. Ага, то есть не каждый месяц, а возможно спустя какое-то время, раз в несколько месяцев, это такой некий общий, наверное, чемпионат по всем чемпионатам. И здесь как раз показаны некоторые ленточки. Зеленая, синяя, оранжевая, лиловая, серебристая, алая. И как раз-таки вот она, самая последняя, самая высшая, наивысшая награда, чемпионская лента Юрвика. Здесь пока... А, смотрите, очки у нас зависят в зависимости от места, которое мы заняли. Если вы занимаете с 1 по 4 место, вы получаете 5 победных очков. С 5 по 8 – 4, с 9 по 12 – 3, с 13 по 16 – да, и с 17 – 20 – 1. Ну, знаете, я редко видела, чтобы на чемпионатах, в принципе, в одном чемпионате бегало больше 16 людей. Такие чемпионаты бывают, но я на них не попадаю. Ну что ж, похоже, все-таки разработчики сделали так, чтобы меня
принудительно заставить посещать эти чемпионаты, потому что хотя бы одну такую ленточку очень хочется получить к себе в коллекции, тем более, что если ты занимаешь с 1 по 4 место в одном любом чемпионате, по факту ты сразу открываешь первую зеленую ленточку, а там уже все зависит от удачи. Целый выходной можно так потратить и хорошенько раскачаться, так что заядлые любители чемпионатов, у вас теперь есть награды, и это не может нас не радовать. А вы что думаете, вам понравился чемпионский рейтинг или лучше было без него? Следующая остановка – это новые ковбойские масти на ранчо Старшайна. Но прежде чем мы туда доедем, хотелось бы немножечко обговорить один момент, который накосячили разработчики. Ранее нам сообщали, что завезут на ранчо Старшайна определенный комплект одежды, в котором мы сможем сиять и блистать. Так вот, получилось так, что этот комплект не завезли, но при этом он стал доступен в виде донатной покупки на сайте ССО. Разумеется, ССО комьюнити подняло бунт, что разработчики перешли границу. Если вы говорите о том, что вы хотите добавить одежду на ранчо Старшайна, и по факту вы ее не завозите, так еще и добавляете донатные сеты с этими комплектами, это уже чересчур. В итоге в начале комьюнити очень сильно взбудоражилась. Нашлась целая волна таких достаточно яростных комментариев, недовольств в сторону разработчиков. Но на самом деле по делам им, это реально сильный косяк. И если вы не старичок, который несколько лет уже терпит разные косяки от разработчиков, то вы бы просто махнули рукой, будучи таким старичком, и сказали бы, что ребята, они наверняка накосячили, короче, ждите следующей недели, все вам будет. Да, но не все старички, очень много людей, кто только-только играет в Star Stable Online первый год или 2-3 года, и они еще не попадали на то количество багов, которые знаем и штудировали мы с вами. Так что да, для них это действительно очень обидный и мощный косяк. Но разработчики написали в свое оправдание, что произошел сбой, и сет будет добавлен на ранчо Старшайна, его можно будет купить. Ну что ж, посмотрим. Я не знаю, добавили ли его сейчас. Мы как раз таки доехали. Давайте посмотрим. Нет, сета здесь пока что нового не завезли. Наверняка он приедет только в начале следующей недели, так что придется подождать. Ну а теперь посмотрим те самые новые ковбойские масти для лошадок на ранчо Старшайна, которые нам сегодня завезли. И эти масти очень приятные, очень ламповые, очень душевные. Вы только посмотрите на эту аполузу. Я не особо люблю чубарых лошадей, но эта лошадка покорила мое сердце. Она очень красивая, очень нежная, и мне она безумно напоминает какую-нибудь игрушку с Nintendo DS или с PSP, где были такие очень миленькие игры про лошадок, и там были такие масти а-ля далматинчики. И вот она просто очаровательна, я даже хочу посмотреть, как она будет выглядеть с длинной гривой. Это очень мило, это очень мило, очень молочно, такая прям, ну, я прям очень милая. Какие у нее кристально голубые глазки. Давайте попытаемся их как-то посмотреть сквозь текстуры, не знаю. Ну, она сразу легла спать. Открой нам глазик, пожалуйста, лошадка. Ну, давайте так. Очень красивые глазки. Прям, знаете, вот как будто бы кусочек льда, но с прожилочками. Второй глазик тоже голубой. Показывает нам лошадка язычок, реснички такие коричненькие. Ушки даже пятнистые. Ну, единственное, я хочу сказать, что идея этой масти крутая, безусловно, очень красивая и нежная, и я думаю, ее очень много народу захочет себе приобрести, но мне не нравится исполнение. По факту просто как будто взяли круглую кисть и нарисовали несколько пятнышек без какого-либо перехода. В отличие вот от этой масти мы можем видеть, что пятно само темное, круг от пятна более расплывчатый, такой более полупрозрачный, и потом уже белая шерсть, светло-серая, вернее, шерсть. А в случае с этой лошадкой тут такого нет, просто пятна. Просто как будто взяли текстуру, включили, давайте уж, не то что Photoshop, а Paint, понатыкали, и все.
Я бы хотела больше детализации, потому что выглядит странно, когда основная светло-серая масть с розовеньким пузиком, розовенькими подмышками и мордашкой выглядит суперски, очень так красиво. Я безумно хочу себе светло-серую лошадь, но пока не нахожу такого идеального варианта для покупки. И если бы вот смыть вот эти пятна, я бы сразу купила бы себе такую Аполлузу, а-ля Аполлузу, но без пятен. Детализация вот этих корочек на ножках тоже очень четкая, очень красивая, а пятна, ну, как бы, вы поняли, очень некачественно сделаны. Но идея хорошая, идея хорошая. Теперь продолжаем. Следующих мы рассматриваем. Нам завезли двух американских верховых, что очень удивительно. Двух или одну? По-моему, две, да. Нам завезли вот эту рыженькую, очень классного, и вот такого гнедого. Гнедого же не было или был? По-моему, не было. Или был? Я уже не помню, если честно, но, по-моему, не было. Был караковый. По-моему, гнедого не было. И рыженький. Мне нравятся масти. Мне нравится, как они смотрятся на американской верховой, в особенности, если поменять им стрижку. Давайте мы гнедого сделаем с корешечкой. Ну, сразу такой спортивный конь. Так и хочется брать его на все абсолютно соревнования. Ну, и за компанию тоже рыженькому я тоже сделаю корешечку. И, ну, это прекрасно. Хотя рыжая масть взята с араба практически второго и третьего поколения. Там тоже такой рыжик у нас был, только другие отметины на ножках и на мордашке. Очень красивый, очень нежный. Планирую купить себе американского верхового кого-нибудь из этих двух на доп. Аккаунт, но не знаю пока никакой. Они оба эстетически прекрасны. И гнедой прям очень красивый. У меня вообще есть гнедой, а у меня нет гнедого. Но у меня есть американская верховая. Как бы случайно не купить себе еще одну лошадку. Так, это все новости по поводу добавления мастей. Какую масть хотите приобрести к себе в коллекцию? Я лично очень радуюсь. Масти хорошие на самых таких энергичных модельках. Но вот, правда, мне кажется, Аполлуза подкачала. Можно было бы сделать детализацию пятнышек и получше. Разработчики опять не написали о некоторых изменениях. Точнее, они написали о них ранее, что нам будут менять звуковые эффекты лошадей, но не написали об этом в новости данной недели. Так что рассказывай, нам обновили звуки лошадок. Это не только шаг, рейс, галоп, в общем, не только звук копыт, но и фырканье. Теперь лошадки очень много издают звуков, это и фырканье, и ржание, и гудение, то есть звуковая палитра стала намного-много шире. И давайте я продемонстрирую, какие вообще звуки есть. Также хочу сказать, что звуки отличаются у типажей лошадей, то есть если вы прыгнете на Шайре, будет явно слишком большой и громкий бубум, чем если вы будете прыгать на какой-нибудь легенькой спортивной лошадке. Так, ну что ж, давайте буквально сейчас покатаемся и послушаем. Ну что ж, я думаю, вы услышали достаточно. Звуки кажутся не слишком качественными в плане записи. Мне кажется, их можно было бы немножечко обработать, сделать более такими мягкими, чем резкими на звучание. Как будто микрофон у них был с собой во время записи не самых новых
технологий, скажем так. Но сама тематика звуков мне понравилась. Ну, на этом интересная информация, которая касается именно звукового сопровождения движений лошади, не оканчивается. Если вы будете стоять и мимо вас пробежит игрок, вы услышите его звук точно так же, как свой. При этом, если вы смотрите в эту же сторону камеры, вы услышите, как он приближается, и также плавное удаление звука вдаль. И если вдруг вы решите пробежаться со своими друзьями табуном, галопом или даже карьером по южному копыту, поверьте, это самое классное ощущение на данный момент, потому что звук будет умножаться в зависимости не только от типажа лошади каждого участника такого забега, но а также от кучности. Я проверила и вместе с рандомными игроками просто пробежалась рядом. Звук был уже достаточно динамичный. Что же будет, когда участников будет 5 или 10, или даже больше? Я думаю, Юрвик будет сотрясаться. Ну и последнее в этом обновлении — отображение полезных ресурсов. Разработчики наконец-то починили нам карту, и она теперь нормально открывает вкладку «Фильтры», и они добавили нам возможность отключать полезные ресурсы. Так что если люди, которым вдруг мешали цветочки, которые отображались всегда на мини-карте, вы можете теперь их отключить, и вы не сможете их увидеть вплоть до повторной активации данного фильтра. На следующей неделе ожидайте завоз новой одежды в дискотеку Форта Пинта. С новыми переливающимися нарядами мы будем сверкать ярче любого дискошара. Ну а на этом все, обновление подошло к концу. Ставьте лайки, пишите комментарии, как вам новые масти. Испытываете ли вы такой же кайф, как я, от новых звуков, особенно когда бегаете по полям вместе с друзьями. И обязательно проверьте звуки на своем тяжике, это слышится очень мощно. Ну а на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео. Ну какие же звуки классные. Прям очень-очень классные. И то, что разница в зависимости от почвы под ногами.